В четверг начался демонтаж трамвайных путей на улице Горького в Твери. Затем будет выполняться фрезерование верхнего слоя асфальтового покрытия. В связи с проведением работ проезд автотранспорта по улице Горького может быть частично затруднен. Автовладельцам рекомендуется по возможности использовать пути объезда, в частности по набережной Афанасия Никитина, ремонт которой в настоящее время завершен, или по улице Красина. Напомним, что одна из основных транспортных артерий Заволжья, улица Горького, была включена в реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год. Она будет отремонтирована с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона по всей протяженности от Артиллерийского переулка до Комсомольского проспекта. Будем перекрывать участки, пока предварительно. Будем убирать, чтобы оптимизировать, чтобы нам минимально затронуть, конечно, интересы жителей, это первое. И второе, максимально короткие сроки реализовать замену асфальтобетонного покрытия. Наша основная задача в рамках реализации данных проектов – это увеличение пропускной способности по улицам Благово, соответственно, Хрустальная и Горького. Достичь того качества освоения дорог, чтобы наши жители, собственно, могли достойно передвигаться по нашим улицам.